Короче говоря, наступило очередное утро. Человек, который придумал будильники, знай, отныне ты в моем черном списке. О, черный список. Чупакабра, Анатольевна, Влад, А4, жирный Юра и отныне чувак с будильником. Опять каждое утро вставать в 7 утра, как же это бесит. Вот хорошо летом было, спишь сколько хочешь. Короче говоря, я радовался наступившему утру от всей души, как только мог. Всю свою негативную энергию я потратил на выдавливание зубной пасты. Когда чистишь зубы, есть время подумать о очень важных вещах. К примеру, почему куриное яйцо, когда вылупляется, такое гладенькое, а не такое волосатое в перышко, как ихняя мама-курица. После изнурительной зубной чистки наступает очень важный момент – выбор лука на сегодняшний день. Как же спать охота? Как это часто бывает, первый вариант не всегда самый удачный. Да, надо поменять. Ну вот, красавчик, так-то намного лучше. Но выходя из дома, я вспомнил, что сегодня будут спрашивать домашку по математике. А вот и тетрадка по математике, в которой нет домашнего задания. А что если... Ой-ой, а где же эта тетрадка по математике? Тетрадка по математике? Ты где? Нету. Ну ладно, так и учителю скажу, что потерял. Почти на выходе из дома начинаются самые главные траблы. Я начинаю вспоминать, что что-то забыл. Блин, попыт забыл. Попытик. Блин, покушать забыл, точно. Так, что в этот раз? Телефон забыл. Блин! Да, я смотрел на часы и знаю, что опаздываю. Чупакабра Анатольевна! А ты, если тебе понравилось видео, то поставь лайк и подписаться на канал не забудь. И напиши что-нибудь веселенькое в комментариях. Пока!